Гаиски, ребята, меня зовут Фулавиос, и сегодня самый крутой день в нашей жизни, потому что шарики будут сражаться с нечистью, с всякими монстрами, всякими негодяями и всякими теми, кто хотят захватить ихнее королевство, ребята. Итак, в нашем войске прибыло, у нас очень много новых всяких поступлений, новых войн. Ребята, вот это да, вот это гоблин, вот это негодяй. Ага, и он на нас идет, ребята. Он очень большой и зеленый. Он как Халк, только сильнее Халка. Так, ладно, ребята, что же нам делать? Что же нам делать? Рыцарь, рыцарь, наконец ты спасешь наше королевство или же нет? Нет, рыцарь, где же ты? Сейчас рыцарь выходит, и я буду в одиночку сражаться с этим гоблином. Так, ребята, кто же победит, рыцарь или же гоблин? Так, вот хорошо, если бы те гоблины еще подождали немножечко, конечно. Эх, пока тут рыцарь сражается, ладно. Эй, рыцарь, что ж ты так это... Рыцарь слабенький, ребята, оказался. Ну ладно, что ж, тогда у нас и есть кое-что покруче, покруче, покруче и получше. Ну, у рыцаря урон, наверное, не слишком большой, поэтому он так и не смог противостоять злу. Но я думаю, у нас найдется что-нибудь полегче и получше. Так, хорошо. Стреляем, стреляем, стреляем. Ребята, у нас есть новый воин. Это водяной воин, и он стал в два раза больше. Вот так вот. Эти гоблины тоже, видите, в два раза больше стали, и мы в два раза больше стали. Так, стоять, стоять. Ой-ой-ой, ребята, что-то как-то нас это самое унижают здесь совсем, бьют, ой-ой-ой, как больно, на не 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 нет 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 нет. Так, водяной воин, давай. Фея, фея, давай, от тебя единственная надежда, ты хоть что-то сможешь сделать. Ай-яй-яй-яй-яй, там еще лучники, ну лучники хорошо справляются, кстати говоря. Они свое дело знают, так. Ай-яй-яй-яй. Нет, нет, ребята, мы здесь должны победить, ни в коем случае не должны проиграть. Так, еще, ребят, ой-ой-ой, как же их много, ребята, здесь, похоже, одни гоблины эти будут идти. Да, уж трудно нам будет здесь, но ничего, ничего. Я думаю, мы справимся. Ну, вот лучники, жабки помогают, на самом деле, очень сильно. А если бы не одни, уже все было бы плохо, на самом деле. Так, все, все, нормально. Да, все, отбились, ребята. Арбалетчики нам помогли. Давайте, что ж, еще арбалетчиков призовем. Я думаю, они лишними не будут. И вот эти вот, вот очень хорошие водные воины, ребята. Действительно классно. Так. Так, ребята. Феечку пора нам бы вызвать. Так, 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 так. Водный воин, смотрите, сражается. Все сражается. Почти в одиночку. Нужна ему подмога. Мы никак двоих их не можем вызвать. Но, ребята, тем временем у нас тут получается атака жабок, что ли. Смотрите, жабки и их предводитель шарик. Это очень круто. Мне интересно, а мы сможем только жабками сразиться здесь, а? Ну, если их будет настолько много, что... Ну, вообще всех лучников, что к ним просто никто не сможет подойти. Мне интересно. Ну, давай, все, я после этого момента вызываю только лучников и только жабок. Это будет забавно. Интересно. Интересная тактика, ребята. Смотрите, просто град стрел. Так, так, а ну-ка, ну-ка. Так, ладно, я не сильно уверен в этой тактике, на самом деле, но... Смотрите, как он, как, какой град стрел, просто действительно невероятно. Так. Ну, не то, чтобы прям жаб... Ну, жабок мало еще, ребят, нужно еще жабок. Нужно больше жабок, и нужно больше водных воинов, так. Град стрел... А докуда? А стрелы очень... Не так уж далеко летят, кстати говоря. Так, ладно, 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 ладно. Давай, 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 давай. Так, отлично, ребята, отлично. Что ж, ребята, тактика жабок работает. Жабок с арбалетами. Но эти воины очень сильные, конечно же. У нас их уже очень много, этих жабок. Уже не знаю, ребята, куда больше. Но мы все еще сражаемся. Так, водный воин тоже, ну так, хорошо справляется. Нужно еще одного вызвать, правда. Так, под конец уже я буду только лучниками сражаться. Сейчас нам еще немножечко нужна помощь.
Но после того, как их накопится совсем много, я просто не помню, сколько у жабок там урона. Но, ребята, это будет очень круто. Вам так не кажется? Поставьте лайк, если вам кажется, что атака жабок и шариков этих лучников это круто. Так. Давай. Вперед. Так, ну, нам хватает урона, чтобы одного такого вот мелкого гоблина убить. Ну, он, конечно, большой, но относительно других он мелкий, конечно же. Так, ну да, потихонечку мы подходим. Так, ха-ха, классно. Классно у нас все получается. Так, давай. Стреляйте, ну уже. Так, хорошо, ребята, у нас все получается. Мы молодцы, мы красавчики. Мы очень хорошо у нас все получается. Так. Интересненько, так. Хорошо, о да. И, ребята, смотрите, какой урон у... Ого, ребята, какой у них урон. Они просто как с пулемета строчат. Я не думал, что они настолько крутые. Вот это да. Вот, смотрите, все, выходит этот гоблин пузатый наш, и он не справляется. Больше персонажев нельзя призвать, что? У нас, ребята, все, предел. Предел по персонажам. Я не знаю, сколько тут жабок. Жабок 30, наверное, 40. И где-то с десяток шариков. Забавно, я их больше никого не могу призывать. Да, ребята, это предел. Все, забавно. Это очень круто. Так. Ну все, победа довольно-таки легкая и не напряжная. Да. Ура! Да, ребята, мы это сделали. Мы с вами очень большие молодцы. Так, победа. И мы плащ простой волшебника. Плащ волшебника. Ну, нормально, ребят. Плащ волшебника это всегда неплохо. Так, ну что же, ребята, что же вы хотите, ребята? Я знаю, что вы хотите продолжение, и оно, конечно же, выйдет, ребята, конечно же, оно выйдет. Но для этого нужно подписаться на канал, если вы здесь впервые, конечно же, и поставить лайк этому видео. Это небольшая плата за то, чтобы увидеть эпичные битвы шариков и квадратов. Адиос, амигос.